Здравствуйте. Я собирался умыться, прежде чем встретиться с Арми. Но Чимин сказал, что хочет провести на V-Live некоторое время, поэтому я попросил его начать. Но поскольку сегодня моя трансляция на V-Live, я сказал ему побыть гостем и провести немного начала, а потом уйти. Так что он баловался со смайликами. Поэтому начало моей трансляции на V-Live было странным. Но сегодня слышал, что Чимин провел долгую трансляцию. Я тоже собираюсь проводить долго. В любом случае, поскольку я еще не нанес лосьон, позвольте мне нанести лосьон. Здравствуйте. Мне нужно кое-что. Прежде чем наносить лосьон, мне нужен ватный тампон. Ватный тампон. А, нет. Мне нужен крем для лица. И тоник. Тоник. Моя прическа. Это для мамы. Подождите, это... Хорошо. Когда наносите лосьон, вы просто должны нанести его как мужчина. Фактически, я вот так намазываю его себе на лицо. Но мой дерматолог сказал мне так не делать. Он сказал, что я никогда не должен так делать. Поэтому вот ватный тампон. Я должен сделать это вот так. Вот так. Самая важная часть это... Это то, о чем вы никогда и не подумали бы. Видите, вот здесь. И здесь. Готово. И также крем. Готово. Есть еще одна вещь, но мне это тоже нужно нанести. Слышал, что перед сном лучше всего нанести много крема. Если вот так наносите, кожа становится гладкой. И это место. И это место. Нужно наносить крем под глазами. А оставшийся крем размажьте на руки. На руки. Арми, позвольте мне рассказать вам, как наносить лосьон после мытья рук. Ваши руки – это самая грязная часть вашего тела. Часто мойте руки. Натрите руки кремом вот так. И не забудьте про большой палец. Нанесите крем на большой палец. А если взглянете, посмотрите, видите это место? Тут есть такие части. Намажьте немного крема на эти части. Теперь все закончено. Сейчас... Аксессуары. В последнее время я ношу аксессуары. Я снимаю кольца на то время, пока сплю. Я должен снять кольца перед сном. И поскольку волосы у меня сейчас влажные, позвольте мне быстренько вытереть волосы.
Мне есть что рассказать вам. 여러분, 제가 한 가지 말씀드릴게. У меня종이 좀 есть темные진하게 생겼어요. родинки. А вот тут.여기도 좀 있지? И тут여기도 тоже.좀 있지? Одна из них여기도 здесь.좀 있지? 이게 뭔가 Это как будто식물인 у것 меня같지? кусочек водоросли остался.코딱지는 아닌데 이게 Или하, 이게 бургер.뭔가 Сложно코딱지는 약간 объяснить설명하기 это.힘든 약간 이런 이건 매력인 것 Думаю, в같아요. этом мое очарование.이거는 제가 Это매력 очаровательная좀 약간 родинка.매력인 것 같습니다. Это моему이거는 папе нравится эта아빠가 родинка.여기를 좋아해가지고 Поэтому,여기를 думаю, все в그래서 좀 порядке.약간 괜찮은 것 같습니다. И это.그리고 저는 여기 이거 У меня получается двойное눈썹 веко.쌍꺼풀이 아 눈썹 쌍꺼풀이래 그 У меня есть двойное веко,쌍꺼풀이 поэтому생겼어요. 그래서 네 сегодня지금 я약간 говорю в큰 нос.의문이라서 Я в порядке.됐습니다. В любом쌍꺼풀이 случае,생겨서 получается, что у меня그래서 двойное веко.뭔가 약간 Это조금 немного...네 Немного... Это좋지도 не않고 имеет значения.싫지도 않아요. Я просто그냥 хочу, чтобы이게 оно было потолще,좀은 если진하려면 будет이게 훅 там. 진했으면 좋겠고 그냥 없으면 없었으면 Или чтобы좋겠는데 там его그냥 вообще не было.조금 어정쩡하게 좀 Это약간 있는 것 довольно같아요. расплывчато.아 Вам진짜요? нравятся мои двойные веки? 진짜요? Правда? 네 감사합니다. спасибо. А вы хотели бы снова코끼리족으로 увидеть얼마나 보고 родинки싶다고요? слоник? а 한번 또 해줘야겠네 Тогда지금 제가 позвольте또 мне сделать это для вас. Подождите минутку.잠시만요. 빠밤. 너무 Было빠르다고요? слишком быстро.알겠어요. Ладно, позвольте그러면 снять помедленнее. 하이트 선으로 하나 보여드리도록 하겠습니다. Здравствуй,코끼리. слоник. 네, 그렇습니다. ладно. Прошло довольно много오랜만에 이제 времени. 그 뭐시냐? 그 뭘? И я그 얘기를 провожу해서 трансляцию на V-Live спустя долгое время. 이제 그 Мне이제까지 жаль, что я не мог조금 проводить약간 чаще. 못해 있어가지고 좀 약간 아쉬움이 많았는데 이젠 Я좀 약간 좀 собираюсь많이 делать하려고 это합니다. чаще. Пожалуйста, с нетерпением ждите.기다려주십시오. 약간 Я не제가 могу전 прочитать комментарии, потому제가 что они대화를 слишком быстро하려고 하면 또 исчезают.다른 대화가 있고 보셨나요? 어제 Вы видели트위터? мой вчерашний пост в어제 Твиттере?트위터 보셨어요? Мой пост в Твиттере.저 어제 트위터에서 В моем аккаунте на Твиттер.보라색이 있었는데 Было много фиолетового.보라색 그쵸? фиолетовый.그랬습니다. Да.보라색이 짱인 것 Думаю,같아요. фиолетовый лучший.제가 제일 Это좋아하는 мой색이 любимый цвет.보라색. 이제 곧 Почти지민이가 настало время,하는 когда시간이 Чимин다가가는데, проведет трансляцию на V-Live. 저는 더 해주고 Я싶지는 хотел бы провести подольше, но мне нечем하지만 заняться. 다음에 또 얼굴을 Я보러 вернусь в올게요. следующий раз. 마지막이요? Завершить? Последнее,죄송합니다. но не менее важное.립밤 하나 Позвольте мне바로 закончить끝내겠습니다. эту трансляцию на V-Live тем, что я накрашу губы립밤도 бальзамом.제발 해달라. Подождите.
Вы тоже должны намазать губы бальзамом. В противном случае у вас губы потрескаются. Если видите бальзам для губ. Просто намажьте им. Просто намажьте и все. Этим пальцем намажьте вот так, будто чистите зубы. Спасибо вам. О, а мы в Японии. Да, мы в Японии. Мы здесь, в Японии, ради фан-митинга. Сейчас мы... Завтра наш фан-митинг в Японии. Если вы идете завтра на него, пожалуйста, с нетерпением его ждите. Мы проводим много потрясающих мероприятий. Да, опухли. Разве это нехорошо? Все в порядке. Мне нужно хорошенько выспаться для завтрашнего фан-митинга. Почему бы вам тоже не выспаться хорошенько? Ладно, спасибо вам. Пожалуйста, прислушайтесь к японским фанатам. В Корее сейчас идет снег. Я хочу, чтобы в Японии тоже пошел снег. Я жду этого. Увидимся завтра. Пока. 안녕.